Находимся в маршруте патрулирования номер 5 совместно с лейтенантом Смусевым и сержантом Котовым. От оперативного дежурного города Щелково поступила информация о том, что произошло возгорание электрощитовой в многоквартирном доме. Да, проследовали туда. Прибыв по адресу, прибыли раньше пожарные скорые, было принято решение приступать к самостоятельной эвакуации граждан и началу тушения пожара. Вот. Лейтенант Смусев начал тушить самостоятельно пожар огнетушителем. Я начал подниматься выше по квартирам, простукивая квартиру, будя жителей для того, чтобы осуществить их эвакуацию. Сержант Котов помогал, поднявшись до второго этажа, но он принимал у меня гражданских, потому что видимость была нулевая, дышать уже было невозможно, и мы граждан передавали от одного сотрудника к другому. По прибытию сотрудников пожарной службы уже совместно оказывали содействие эвакуации.